я подполняю им запас овец. Не в загоне. А что они, мало овец? Я им тут стаду даю. Овечнят. Вот, смотри, как пробегаются. И пытаются пролоним мясо додеться. Они его все съедят, надо потом загон убивать. Я буду рассказывать сейчас про животных. Это дикие волки, какие очень должны быть вечеритые. Они должны жить отдельно от лис. Мы будем строить загон от лиса. Вот такая паянка подходит нам к лисам. 60, 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
Ого, я набрала на чае сундуки. Я не вижу своих лиц. Ух ты, мы оставим дуг, не заглянем, а у них там обед нет. У них там много будочек. Одна будка ним хватит. Все, мы начнем строить лица. Рычаги тоже. Тут мы сначала выпустим этого белого медведя бедного. Да, выпускаем мы тебя, Михаил. Давай, уходи, Михаил. 3 из 14. Все, мы вот так подспаним в блоке. Это у нас 2. 4 из 14. Ставим рычаг к рычагу. Подсоединяем. Закрываем вот так. Да и пространство и тяйно нормальное. Вкладка 80 литра воды 142 и 147. Осталось не посидеть. Вкладка 80. Создать курицу 60. Создать ламу 80. Создать лису 153. Лису. Вкладка. А щачьи они будут ягодами питаться. Мы их найдем. Закрыть. Все, мы тут 5, начинаем 5. Делать так озеро. Вот так как получается. Да и нужно свое озеро. 6, и 14. Вот и они. 8. Михаил быстро пошел вон. Бедная лисичка. Как ее защитить от Михаила? Михаил у нас недобрый. О, рыба. Исочка, молодец. Мы ей помогли. 2 сыра отрезка, 2 сахар, 50. Сырая отрезка, приготовлен 2 сыра лосось, 94 из 90. Гнилая плоть, 50. Сейчас мы будем до моей лисы побольше места. Мы ее вот так закроем. Забор из дуба, забор из дуба. 70 из медведи не добрались нашим лисам. Они просто едят, висят. Из-за этого надо было защитить нашу лису. И вот так. Так, так. Еще она может
встретиться с кроликами и недобро поступить. Один раз у меня было такое. Она просто забыла, они едят. Или по себе по соседству почти. Они просто атаковали кроликов. И потом я поняла, что забор огроменный. Не помню, у кого, либо у кроликов, либо у яиц. Они не могли, выпрыгивать в загон. Вроде у кроликов, и если пытались, и... Они не могли. Они просто не могли вот так сделать, они не могли... Они не могли просто добраться с зайцем. И они были в безопасности. Умерло где-то почти 4. И не смотрит это видео Сои. У меня Сои, я просто говорю, я понимаю, только я тут не виновата. У меня были такие лисы агрессивные. Из-за этого я не перекрою крышу, они никак не могли выпрыгнуть на зайцев. Мы не специально сделаем крышу. У зайцев они не трогали. Кому зайцев залка тогда была, поставьте хоть, напишите комментарий, говорите, пишите, нам залка зайцев. А кому не жалко, пишите так, зайцы на нас все одно. Я не отвечу на тот комментарий все равно, а вот кто добрый, я отвечу на комментарий. Да. Вот, мы построили истинную эту. Заходим. Берем лишние блоки. Это идеально, мне кажется, загон дает. Потому что, когда они появляются, они начинают спать. По-медленному мы им сделаем и туннель. Но нельзя их выпускать, не скоро. Мейса сбежал, сейчас мы должны закрыть. Рычаги не работают. Рычаги! Надо менять рычаги сейчас. Не переживайте. Если не убежат на свободу, сейчас только надо поменять. Все шикарно. Мы можем им сделать такой туннель от своего загончика. Вот такого туннелька. И вот. Мы его все равно прикроем. Вот такой туннель у них будет. Свою милую землянку. Мы ее все равно сейчас доделаем. Землянка будет мягкая. Землянка будет очень красивая. Мы сделаем им сейчас вот эту землянку. Землянка, конечно, будет какая-то такая чутко украшена вот этим блоком. И, кстати, кто любит рис, пишите комментарий. Раз, два, три, четыре. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Вот такой у нас такая землянка получилась. Мы тут закроем. Землянка очень сильно получится, да, рис. Они и так найдут этот туннель, я уверена. Сейчас мы просто ним ошим этот туннель.
и он будет идти прямо в землянку. Вот так. Он пониже будет, и мы обновим. Вот так, и мы закроем. И тут закроем землянку. У входа, они не входи. С входа куда-то другое место. Если всегда смогут заходить в землянку, а мы не сможем. И мы подходим к землянке. Вот эта землянка, какая будет мягкая. У них будет тут так, типа, уют, и тут люди не будут мешать, типа жителей. Они тут смогут спрятаться от любой напажи. Хоть зомби, хоть не зомби. Мы тут ним все умягчим. И будет идеальная у них землянка. Тут мы умягчим, сделаем им пить. Они могли удобнее, им тут надо настой еду, хотела на все. Все, теперь мы найдем ягоды. Ягоды. Сладкие ягоды мы их вырастили. Если уже начинают захотеть сюда, костная мука, и мы выросли ягоды. И сейчас где мы вырезаем? Тут можно. А где мы сделаем ход? Сейчас покажу землянку. В землянке будет ход для людей. Вы спросите, это почему? Вот говорила, он не будет. Он будет вот тут. Как ход без людей. Вот тогда люди не смотрят, смотрите тут на лис. Двери открываются. Так мы с этой сделаем станы рычаг. Проверим, где он контакты. Сейчас мы все сделаем. И рычаг сможет все делать. У нас будет редстон, какой мы подкопаем. Вот к месту рычага и поставим там вон стол. 64 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
это подключено. Все, мы все сделали из редстоуна. 4 из 4. Тут у нас будет 14. Ой. Сзади он должен какая-то схема будет. 6 из 14. 3 из 14. 8 из 14. Должны что-то сделать и повезти куда-то этот стол. Мы его сделаем. Сейчас мы сделаем вот такую схемку. И
как у нас получится, мы подкопаемся. Этой штуки, какая и так будет появиться сюда, и она включится и выключится. Так, и тут мы просто ключ зайдем и поставим 3, вот так блок, на каком, а под ним потом вы поймете. Тут 7, 14, мы заводы поставить. 3, 14, блок. 8 из 14. Как 7, мы тут 14. Закрыли? Не. Вот уходит. Тогда у них 3 из 14. Тут не получается. О, тогда можно ставить кнопку. Там логичный редстоун не придется нам делать. Нам не придется сделать редстоунный этот. Выглядит это страшно, когда он один. Вот так оставим. Вот так. О! И наш путь к этому. Все. Ну, значит, едло воды. 69 из 60 щитов, 70 раковина 0, 64, камнитель 61 из 147. Я не вижу кнопку. Кладка 5 из дубовые доски 12, дубовые доски 74, кладка 60, 65, кнопка из дуба закрыть представление игрока. 5 из 14. У меня никак не получается. 4 из 14. Ладно, давайте сейчас переставим этот ключик. Берем рей. Поставим Михамис. Правильно. 2 из 14. Все, открыто. А тут рычаг просто не может открыть. 4 из 14. Можно взять тогда кнопки. Нажал кнопку. Зашел. Да. Можно уже все сделано. Так, мы узнаем, что есть. 8 из 14. Мы откроем вторую часть туннеля. И тут так и закроем. Ого. 8 из 14. Заходит человек. Иса, должны как-то проснуться. Иса, проснитесь. Иса, вы купаетесь? Иса, купайтесь. Иса, ушига! И она просто побежала по туннелю. Тут надо сделать еще один дополнительный блок. И вот такая у нас схема туннеля. Мы разбудим всех Ис. Разбудим. И втор... Закрыть. 5 из 14. Но схема не работает. Кнопки. Надо кнопочную схему сделать. Проверим. Хорошую. Давайте. Ого, там Иса на входе всех проснулась. Это невозможно. Выкидаем на нее. И
я так перейду в другой штаб. Все пошли в другой штаб. Так мы уже толкнем двери. Вот так, толкайтесь. Молодец. И сюда вас толкнем. Все, вы все молодцы. И вас нужно разрудить. И разгодись. А как это тогда с собаками? Вот это маленький кружок. Все проснитесь, вы майдёк. Кушай, кушай. Делается любовь. Получается малыш, малыш. Утром они спят, походу. Я видя. Ой, мы разбудим этого ещё. Давайте мы не любовь угостим. Растите. И пусть он там жит. И все в нашем туннеле. Все, мы выходим. Спасибо. Мы должны выйти, Есята. Надолго. Ненадолго. Кнопка работает. Уже не знаю сколько. Когда она держится, должно все делаться. Вот так. Мы сделаем туннель и откроем Есята. И увидим, тут один лисенок спит, и у него нет света. Сладко. Мы это сейчас сладко исправим. 16, мы включим ему света. Лисенок, там спят родители. Сейчас мы им тоже подсветим путь. У Юди. Во, все. А как они? Все, теперь вы выберетесь, мои десятки. А ты спишь под Юди. И Дяни уют у моих маленьких десят. Мы строим это очень давно и долго. Уже очень много времени. Создать белого медведя 2,66. 64, кнопка из дуба. Сейчас мы пронканем моих этих. Мы сделаем им еду. Еда. Не выходим. Когда еда, все ночи просто отходи. Все проснулись. Доброе утро. Все, здрасте, у вас овцы. Здрасте, ку-ку. Вы что, овец не любите? А, вы точно на зайцев лимонов, а овцы никак. И дикие собаки вас едят. Все, кушай. Кто-то взял, походу, 6 зубы. Кто? Поворачивайся. Никто. А меня кто-то возьмет? О. Вы куи едите. Вот. 91. Нет. Создать 96. Создать 155. 105. Закрыть представление игрока. 84. Вот кого они. Мы не наполним запас куей. 9 из 14. Тогда им все равно, кто-то зашел в них загоны и правила. И Есята. Мы это еще. Мы сделаем куличный поток. Они очень много едят. Эти куриц. Куятину они едят. Сейчас мы их размножим. Опять будем размножать наших. Нет, я тебе хочу дать. Вставай.
Давайте. О, давайте, давайте, пацаны, давай. И у нас есть... Вот, малыш-малышка. Я хочу одного взять себе домой. Из малышей. И сяду. Взять из малышей. Не, я уже могу умножить. Так не идет. Кушай. Кушайте. Кушайте. Любовь требует желт. Сейчас у нас создался малыш-малыш. Вкладка 7 из 90. Возьмем мы поводок и уведем. Вкладка 6 из 9 поводок. 62 из 63. Сейчас мы вас уведем, Лисянка. 9 из 14. Идемте. Лисеночек. Мы сейчас уводим у него. Вот, лисенка из квартиры ЕС. Иди, все это вот. Идем, лисеночек, ты у нас дома будешь жить. И мы тебя любить будем. Там уже живут дикие собаки. С ними надо аккуратней. Еще тихо к собакам, тем более нельзя. Они тебя пусть-пусть. А Михаила надо скорее убегать. Идем. Здрасте, собачьи, здрасте. Как? Нет, беги, беги, лисенок. 5 из 14. Пошел вон, Михаил, пошел. Я не дам лисенка. Где? Я не дам тебе лисенка. Кия тебе, кия. Я лисенка обиду не дам маленького. Мои собаки сильнее тебя, Михаил. Пошел вон, пошел и шел. Все, лисеночек. О, что, ты кушал? Покушал, молодец. Все, заходи. Это мой дом. Рассияйся. Собачки, будьте добрыми, примите его. Это наш новый лисеночек. Он еще малыш. Ему надо своя комната, понимаете? И мы очень его поймем. И понимаете, мы должны найти комнату красивую. У нас как раз есть черно-белый. Давай я подстелю ему как раз. Черно-белый коврик. Все, лисенок, идем ко мне. Лисеночек, мы вас поймем. Вы можете спать в другом месте. Мы вас примем, мы вас приняем. Вот ваше место, вот. Идите и располагайтесь. Все. Ты не бегай от моих галочек. Это мои собаки. Тихо, тихо, тихо. 10 из 14. Всем пока, с вами была Фея. Подписывайтесь, колокольчики, лайкосики. А мой лисенок, когда успокоится, то и пойдет. Всем пока, с вами. Подписывайтесь, колокольчики, лайкосики.